Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Oppo Reno 8T. И сейчас мы разберемся, как на данном телефоне активировать режим разработчика. Итак, для начала мы переходим в настройки, после чего спускаемся в самый низ. И здесь выбираем раздел об устройстве. После чего спускаемся немножечко пониже. Здесь вот к версии. Нажимаем на нее, и потом надо несколько раз кликнуть по номеру сборки. Здесь нас просят ввести пароль, мы его вводим, и у нас появляется уведомление о том, что вы находитесь в режиме разработчика. Для того, чтобы в него зайти, переходим в дополнительные настройки, и вот здесь для разработчика в конце. Есть куча настроек. Вот. Также, если вы, например, не понимаете, почему до этого вы не видели режим для разработчиков, потому что его нету, когда он выключен в дополнительных настройках. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!